В этом подъезде дома по улице Баумана местные мальчишки не шумят и не бегают. Ведут себя очень тихо, ведь у них серьезный сосед. В этой квартире живет чемпион мира по пауэрлифтингу Константин Лебедко. Здравствуйте, заходите. Здесь я живу, это моя квартира. Свои 46 квадратных метров. За его почти 15-летнюю спортивную карьеру это один из главных призов. Новоселье Константин пока не отмечал, только переехал сюда жить, готовится сделать ремонт. Древний шкаф я со временем сломаю, вынесу, вместо него будет стоять новый шкаф. В будущей спальне все лаконично. Кровать, ее Константин привез из общежития, где раньше жил, и книга. Пятикратный чемпион России, книголюб. Знакомлюсь с культурой древних стран, цивилизаций. Во многих странах я побывал. Очень интересно узнать о древней культуре, о древнем быте этих народов. Квартиру спортсмен Лебедко выбрал в микрорайоне Новоленина. Считает, что это не шумный район, плюс его двухкомнатная находится недалеко от спортзала. 1 600 000 рублей на покупку квартиры из областного бюджета спортсмен получил в рамках программы развития спорта в Иркутской области. Хотелось бы выразить благодарность, слова благодарности правительству Иркутской области за то, что наконец-то по достоинству оценили наши заслуги. Теперь вот собственное жилье у меня. В новых хоромах, говорит Константин, теперь можно разложить все медали. Их у спортсмена предостаточно. Вот это самое главное с чемпионата мира 2009 года, где я стал чемпионом. Жилищные условия улучшены, теперь время подумать и о продолжении спортивной карьеры. Лебедко вновь планирует стать чемпионом мира и принять участие во всемирных играх по неолимпийским видам спорта. А в ближайшем будущем пауэрлифтер отправится в Челябинск за 6-м золотом чемпионата России. Ирина Гапончик, Николай Крупченко. Новости сейчас.